Всем привет! Тестовое видео Philips Xenium W132. Качественное видео максимальное. Стреляет стрелять по умолчанию. Режим фокусировки серия. И все, пожалуй. Пройдемся, посмотрим. Кстати, режим фокусировки такой поддерживает автофокусировку. Именно поэтому он и стоит. Это такая особенность китайских аппаратов, таких как Fly, Highscreen, некоторые Alcatel и Philips. Стабилизация электронная отключена, кстати, тоже, потому что китайские аппараты с ней плохо дружат очень. На улице погода не очень. Весенние деньки в Москве ознаменовались таким вот дождем проливным. Попробуем приблизить. Вот так это выглядит. Thank you.